Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем, и сейчас хотелось бы, конечно же... Сережа, минуточку. Знакомьтесь, новый участник нашей команды Леночка. Нашей команде жутко не хватало сексуальности. Шура, я извиняюсь, зачем нам менять сексуальность? Женщины, не уходите далеко. Зачем нам менять сексуальность? Идите сюда. На доступность. Сережа, что вы такое говорите? Посмотрите на эти идеальные линии. Ну, в плане геометрии наша синусоида может дать фору кому хочешь. Так погнуть ноги, это надо иметь талант, поверьте мне, конечно, ну а шо? Между прочим, на Леночке сейчас около 10 тысяч долларов. Но если мы говорим о долгах, то на Ане больше, поверьте мне. Сережа, она только что из солярия. А что это? Там, где голые люди и синие лампы. Ой, Леночка, я там была. Да не, Аня, то было кварцевание. Так, подождите, мальчики, вы мыслите необъективно. Если снять с нее вот эти каблуки, снять вот это платье... Продолжайте, Аня, не останавливайтесь! Ваши аплодисменты, друзья, продолжаем. Ну что ж, и напоследок.